В поселке Айхал Мирнинского района теперь можно обучиться якутскому национальному шитью. Платные мастер-классы проводят в клубе рукоделия, передает из Мирного Нария Сивцева. 2 месяца назад рукодельницы переехали в просторное помещение. Место под творческую мастерскую выделила местная администрация. Клуб создан был целью, чтобы ознакомить жителей нашего поселка нашим традиционным шитьем, показать наши костюмы, какие у нас мастерицы есть в поселке. Первая работа Анны Наговицыной – простая игольница. Сегодня она владеет разными техниками, сама ведет платные мастер-классы. Желающих сделать украшения своими руками много, изделия ручной работы сегодня в моде. Кто-то из девочек выкраивает кегетчик, якутские национальные жилеты, кто-то выкраивает халадай, кто-то из фоамиранта, из лоскутного, из лоскутков ткани, панно делает. Мы стараемся друг друга обучать. Украшения приносят мастерицам хороший доход. Эксклюзив ручной работы можно купить в клубе. Айхальские мастерицы умело совмещают в своих работах старинные технологии с современными направлениями. Новые идеи приходят каждый день. У нас есть мастерица, которая занимается фоамираном. И есть большой мастер, который занимается изделиями из конского волоса. Будем проводить мастер-классы, хотим участвовать в выставках районных. Узнать о предстоящем мастер-классе можно через сеть WhatsApp. Достаточно взять с собой только иголку и ножницы. Материалы выдадут в клубе. Несколько часов творчества и украшения для выхода в свет готово. Нария Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».